В округе снова участились жалобы на неприятные запахи. По обращениям жителей ЖК «Самолет» и СНТ «Долгий Луг» произведены замеры качества атмосферного воздуха рядом с предприятиями, которые работают в промышленных зонах в Машкове и на Второй Вольской улице в Москве. Рейд провели совместно с участием представителей столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды и Министерства экологии и природопользования Московской области. Для исследования атмосферного воздуха привлечена передвижная экологическая лаборатория. По результатам замеров уже будем анализировать ситуацию, анализировать данные и принимать какие-то решения, какие-то меры в целях проверки тех или иных организаций. Если по результатам исследований загрязняющие вещества превысят предельно допустимые концентрации, нарушителям выдадут предписание о приостановлении выбросов и наложат административный штраф. За этот год уже более 8 предприятий оштрафованы за несоблюдение природоохранного законодательства. За прошлый год было демонтировано более 60 точек источников неприятных запахов. Также наложены штрафы и возбуждены административные дела. Эксперты контролируют состояние воздуха в зонах влияния объектов, которые осуществляют выбросы загрязняющих веществ. Маршруты рейдов по контролю качества атмосферного воздуха формируют на основе запросов жителей. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.